Всем привет! Я сейчас нахожусь в больнице. Больница Первомайская районная, центральная. И хочу рассказать, как здесь у нас на скорой принимают людей с переломом. У меня мама упала сейчас с велосипеда и сломала себе руку, в общем, в области кисти, перелом со смещением. В приемном покое мы сидели где-то полчаса. Вызывают, значит, этого рентгенолога. Ему не могут дозвониться. Дежурного у них нет здесь врача. Если что-то случается, ему звонят домой, и он приезжает. Бывает 40 минут, бывает час он едет. Сделали обезболивающий укол, но пока он не особо помогает. В общем, одному рентгенологу не дозвонились. Оказалось, что он в отпуске. Позвонили другому, женщина какая-то, и она должна приехать. Мы ожидаем уже где-то полчаса, вот мы ее ждем где-то, пока ее еще нет. Я вот вышла тут погулять, показать вам больницу снаружи, как она выглядит. Если вызывать скорую, мы приехали на такси в больницу, если вызывать скорую, то это тоже очень долго ждать. Поэтому мы приехали своим ходом. Сейчас сидим под кабинетом, значит, ждем, когда нам придут и сделают рентген. Сейчас я вам покажу больницу, как внутри она выглядит. Не знаю, можно там снимать или нет, но мы будем снимать. Это вход. Такие двери у нас. Аптека есть. Где камера? В каждом помещении просматривается. Здесь приемное отделение. Здесь лифт. Правда, что подняли нам на лифте на второй этаж, на втором этаже рентген. Здесь все темно. Такие ступеньки. Такие стены. Второй этаж. Идем сюда. Здесь у них буфет, они могут тут купить себе что-то покушать. Там детское отделение, а тут делают рентген, бухгалтерия тут. Тут такая темнота, ничего не видно. Надо было сразу вспышку включить, а сейчас я не знаю. Такая страшная больница. Мама, тебе полегчало? Да, подействовал? Едут врачи. Сколько мы тут уже сидим? Это моя сестра Алена. Это мама сидит. Терпим. Мама, ты можешь показать свою руку? Сейчас. Ой, ой. Ой, отодвинь платок. Вот, видишь, вот смотри. Ну, так на видео не очень. А ты сбоку возьмешь, а вот тут яма даже. И ну, так все, боку. Ну, в общем, сидим, ждем. Сидим, терпим. Тут такая темнота. Наверное, не экономят свет.
информация тут какая-то. Здесь дверь, но она закрытая. В общем, такое ощущение, что какой-то вообще подвал. Silent Hill. Да, точно, что Silent Hill. Все двери закрыты. Тут куда-то идет выход. И выход закрытый. В общем. Все закрыто. Интересно, а где туалет? Тут есть туалет? А, вот туалет. Туалет открыт. Посмотрим туалет. Воняет в туалете. Вот такое мыло. Такая мыльница. Кран. Вода есть. Здесь какая-то бочка. Запас воды. Такое зеркало. Шикарное. Дальше идем. Здесь опять стоит какая-то бочка. Ну, здесь, наверное, предполагаю, вода. Ну да, на случай, если воды не будет. Вот такой унитаз. Такая тут труба. Открытое окно, но это не спасает. Дёршик. Тут ноль такой. Кто-то идет. Сюда, в этот туалет, есть дверь. Тоже как прямо летучая. Страшно. Я говорю, тут воняет, тут все такое страшное. Ты посмотри на эти стенки. Прямо дома пола. Лен, а ты посмотри. Ладно, мыльница, умывальник. Но ты посмотри на это зеркало. Хотя бы зеркало, ладно, нет средств там купить мыльницу элементарно. Но зеркало... Ну, грязненько. Такая ветошь. Я, конечно, люблю свой Первомайск. Вот, все здесь люблю. Эту больницу я здесь когда-то работала. Но в каком сейчас состоянии больница? Это кошмар. Все очень страшно. Ну да, в Ялте, конечно... Я бы сказала, даже хуже в Ялтинской поликлинике. Мы же там были, помнишь? Да, ну как тебе кажется, там хуже в Ялтинской? Да, конечно, там вообще в подвале стены все обдёрты и протекает где трубы, вода жёлтая, все страшно. Да. Здесь, конечно, получше, но даже элементарно зеркало. Там никто никогда не был, наверное, никогда в жизни. Тут сидит главный врач, вот, кстати. Гевандов Игорь Георгиевич. Дни приема понедельник и среда. Ну, пока мы на этом все, будем ждать врача. Хотела сказать еще один важный момент. Назовем это плюсом. Здесь есть противопожарная система. Этого раньше не было. Вот это плюс. Вот он. Это хорошо. Один плюс нашли. Если кто-то подумает, что я там что-то наговариваю, тут какой-то выход. Я не знаю, как выйти в тот выход. Но там выход. Ну, вот такие стены. А это раньше все было в хорошем состоянии. Ну, молодцы, сделали противопожарную эту систему, тут все работает, есть кнопка. Ну, а это такая картина, я не знаю. А что, завтра я тебя тоже подниму? Да, да. Thank you.
На эту я подумала. Это окулист. На эту подумала? Да. Мы сидели в темноте, а оказывается, тут есть выключатель. Мы могли его включить. Уже даже окулист приехал. Ты видел? Ну, для того, что его позже не забыли много. Без ответственности. Ну это Миша поздоровалась даже. Потому что мама чудёт в нём победит. Шу-шу-шу. Ой, не смейте смеяться. Мама чудёт в нём победит. А, вот это про глаза, когда было. Надо было глаза проверить, она пошла глазное давление мерить себе. Я закапываю глаза. Да? Вот я закапываю. Да. Ой, боже, что теперь будет, кажу. Ой, что я теперь я буду. Я хоть там не смею. Ой, ну, мам, ну ты прям смеешься, тебе видно, укол хорошо подействовал. Ой, женщина, что ж вы начудили? Да вас чёрта вы сказали до путя, что куда треба. Как ты мне дашь мне телефон? Да. Уже нервничаю, уже скоро закрою, уже входим. Уже час прошел, мы сидим час. Уже закроют скоро вход, потому что уже нельзя закрыть и выходить, понимаешь? А час еще нет. Что тебе дать? 10 часов. Не понравилось тебе? Что тебе не понравилось? То, что она дергает руки. Я просила этого не делать, но стала мне говорить. И что, она тебе сказала выйти? Угу. Так, а что, она дернула тебе руку или что? Ну, она так дернула, я говорю, поаккуратнее, поосторожнее, я сказала. А она мне, значит, так, что такое, беги с кабинета. Это ты как сама знала? Она такая, что баба нашла уже, ты с таким настроем. Ты кто такая вообще? Здрасте. Это ты медик прежде всего. Хорошо. Бессовестная. У меня выходной вообще-то, так это твоя проблема. Говорит, я не поняла, а что тут у вас такое, ну, типа, столько людей? Что ты мне тут насвозила, говорит. Ты очень дольше видела. А, это внучка идет к бабушке. Бабушка тоже это упала. Пошла курей кормить и упала. Что-то у нее там. Здесь предел кормит. Здравствуйте. Это твоя? Да. Как
Дома упала, что курилку шедала. Хорошо, руку, я тоже упала. Слазь, когда езжали, уже до ворот уже слазит. А там рамка, и на руку чепляется назад, между рамками. И все, на всю сторону упала. Так, Наташа, она себе что повредила? Голову, знаешь. Гематома сильно наговорила. Наверное, головой упала. Да ну, не держит, мы еще и говорили, давайте уже вам с палочкой надо ходить. Не хочу. Не хочу с палочкой ходить. Это туда, в приемный, да? Да, вниз, на первый. Снимки готовы. Поехали в приемный. Сейчас я туда спускаюсь, она нигде не вижу. У меня клаустрофобия. Готово. Ну, вон она везет. Это женщина делает. А, о. И что там? Сейчас доктор все скажет. Руку полностью фиксировать. Сейчас я сподниму на третий этаж. Как ты нет на третий этаж женщины? Да. Управлять. Ловушку. Да. Сам? Управлять и гипсировать. Управлять будут, не просто. Вам под наркозом будут управлять. Ничего страшного. Не надо расстраиваться. Вы сейчас еще расстроитесь, давление подымете. Лучше перелом со смещением будут управлять. Накладывать гипс. Мама плачет, все, паника. Поднимаемся на третий этаж. Они на лифте поехали, я иду пешком. Так, это у нас второй. Идем на третий. Как на куре. Где ты с мамой? Я не знаю. А как вправляют, под уколом или нет?
Обезболивающие? Посидеть, а, не знаю, знаете? Что он хочет. А где я знаю, как наши делают, это приезжие, я не знаю, что он будет делать сейчас. А где он там не отчитывается? В ординаторской. С ними попробуем. Я с ними попробую. Плачу, не расстраиваюсь, сейчас еще сердце спать, сейчас сделают укол. Оказывается, нельзя стоять, надо сидеть. Сказали сесть на диванчик. Сейчас я вам ушел в уголовку. Посидите, посидите. Я не могу сидеть. Я не могу сидеть. Я могу только стоять. Вы туда нельзя. Ну я туда и не захожу, я стою. Чтобы обезболивать. Находилась.